Надежный мангал – половина успеха любого пикника. На что обратить внимание при его выборе? Основной критерий – это материал корпуса. Самыми прочными и долговечными считаются чугунные мангалы. Но дело в том, что из-за большого веса их не возьмешь на природу, а потому такие мангалы устанавливают стационарно. Но если отправляемся на пикник, из какого материала лучше выбрать жаровню? Если мы говорим о переносных мангалах, то обратите внимание на то, из чего изготовлен мангал. Прежде всего, это должна быть нержавеющая сталь, самый прочный материал будет. Толщина стенок. Она должна быть не менее 1,5 миллиметра, иначе тепло будет быстро уходить, и мясо будет готовиться очень долго. Помните, что чем тоньше материал, тем больше шансов, что ваш мангал будет одноразовым. Под воздействием огня тонкий металл будет деформироваться и прогорать, а потому толщина стенок – очень важный параметр. Также особое внимание при покупке уделите глубине и длине мангала. Максимальная глубина мангала – это 15 сантиметров. Бывают и более глубокие мангалы, но в этом случае вам понадобится больше времени и больше углей, чтобы пожарить. Если мы говорим о мангалах для большой компании, то стоит отдать предпочтение тем мангалам, которые по длине будут не менее 1 метра. На такие мангалы помещается с десяток шампуров. От ширины мангала зависит длина шампуров. Потому если шампуры имеются, но не помните их длину, берите стандартный размер мангала. Его ширина варьируется в пределах 30-40 сантиметров. Не прогадаете. У качественного мангала вентиляционных отверстий должно быть не менее 10 с каждой стороны. Так говорят любители отдыха на природе. Угли активнее горят. Крутая фишка – двойные стенки. Такие жаровни будут стоить дороже, нежели модели с одной стенкой, но и мясные блюда на них получаются сочнее и вкуснее. При выборе мангала также обратите внимание, что многие модели идут с двойной стенкой. Внутрь закладывается минеральная вата, что позволяет нам сохранить наибольшее количество тепла внутри. Все будет готовиться намного быстрее, а возле самого мангала будет находиться наиболее комфортно, не жарко. Лучше всего берите складные жаровни с минимальным количеством деталей. На природе потерять что-либо можно запросто, а отдых должен быть в радость и удовольствие. Теперь вы знаете, как выбрать мангал для прекрасного отдыха на природе. Удачных покупок!